комментарий. Товарищ, приветствует вас Георгий Черданцев и Константин. 10 игроков у своей штрафной. Примерно так часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации и собранности на протяжении всего матча. Состав гостевой команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Хочу комментарий. Товарищ, приветствует вас Георгий Черданцев и Константин. 10 игроков у своей штрафной. Примерно так часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации и собранности на протяжении всего матча. Состав гостевой команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Хочу комментарий. Товарищ, приветствует вас Георгий Черданцев и Константин. 10 игроков у своей штрафной. Примерно так часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации и собранности на протяжении всего матча. Состав гостевой команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Команды начинают эту игру. Поехали! И буквально подарил мяч сопернику. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил.